слушайте меня внимательно. Это боевая часть, работает, тушит непосредственно пожары. Рабочая часть. Будьте внимательно, слушайте меня и ваших преподавателей. Что вы знаете о пожарной части? Ну говорите, кто там? Артём, давай. Когда происходит пожар, люди звонят в 101 и приезжают пожарные, чтобы потушить пожарщик. Вот, правильно. Что еще знаете? Говори. У вас есть пожарная машина красная. Не одна, у нас куча. Сейчас покажу. Пойдем посмотрим. Ага. Ну пошлите, вы замерзли, наверное, да? Да. Так, пошли. Идем. Дальше. Можно чуть пройти, я потом в каждой машине вас подведу, посмотрите, что внутри, пошлите дальше. Я про машину. Когда машина заезжает, водитель смотрит на сектора. Так. Вот эта машина, тише, я кричать не могу. Вот эта машина предназначена для тушения, допустим, там нефтебазы какой-нибудь, там заправочных станций. Видите, какой у нее большой ствол? Пушкомет, да, примерно пушкомет. Вот в этой вот бочке расположен порошок. Пенный такой порошок, когда его разбавляешь с углекислотой, ну вам это непонятно, я так скажу. Просто когда он разбавляется, отсюда выходит очень много большое количество пены. Машина вот вторая, которая стоит с того конца, она тоже возит людей, перевозит воду. А в этой машине еще есть маленький, и та машина, и эта машина. Одна машина тушит пожар, а вторая становится. Видели когда-нибудь пожарные с колонки стоят, вкручивают, открывают люки, вкручивают колонку и воду ставят. Вот. Ставится вторая машина. С какой машиной? Да, большой. Давайте по порядку, стой и туда, до конца. Девочки, мальчики. Девочки и мальчики, слушайте, вот эта машина, она стоит не в боевом расчете, так как она в ремонте, водителя ее делают, вот это тоже, вот, тут, в принципе, внутри ничего нет, вы можете сверху, я вам могу открыть, там показать, тут ничего такого нет. Вот, пошлите. Есть поменьше, да. Вот, я вам покажу. В принципе, предназначен для пожарной таможни, то есть перевозки людей, подачи спортивных, но да, устроено количество людей. Да. Да. Это еще не высокая. Так, ну пошлите, наверное, на самой красивой машине. Там палатки, попробовать. Даша, остановись. Нет, на крышу туда залазить нельзя. Подождите, я сейчас расскажу, полезешь. Ты не боишься упасть? Пожар. На любой вылез, это наша ласточка, скажем так. Мы ее любим, уважаем. Вот. Да, она самая новая, самая красивая. Вот. Вот такие лампочки у нас есть. Да. Вот. И все ночи, вот да? Вот тут в отсеке они вот выдвигаются. Когда ночью мы выезжаем на туда. Да. И они очень-очень ярко горят. Это бак. Топливный. Вот. Нет. Вот это? Да.
чтобы воздух выходил. Ага, подойдет. Вот. Дети, вы когда слушаете мы, вопросы, потом... Когда мы приезжаем ночью на пожар, мы ее выдвигаем, включаются 4 лампочки вот. И видно все в округе очень хорошо, и можно работать. Да, и спереди много лампочек, да. Ну и там, да, там и спереди. Вот, пошлите. Ну. Короче, смотрите, вот это вот генератор. Все красиво. А вы когда спите? Мы вообще не спим. Вы же мультики про супергероев смотрели? Да. Вот вы когда-нибудь видели, чтобы Бэтмен спал? Да. А рядом речка есть. Вот, ставим эту. Смотрите. Еще раз. Вот это, помните, я вам стволы показывал рабочие. Вот это тоже своего рода ствол, но он работает под пену. То есть мы так вот оттуда берется не водичка, а пена. Большое такое количество пены. С ним можно стены строить. Вот налаживаем друг на друга, и получается стены. Так, вот это, может быть, кто-то видел по поселку, мы с такой ходим штучкой. Называется колонка пожарная. Открываем люк, ищем генератор. Называется бензовик. Отойдите шаг назад, Аля. Довольно тяжелая штука. Он служит для того, чтобы куда-то надо. Вот у нас есть специальные фонари, которые шли с этой машины, очень хорошие фонари. Да, новые. Их 3 штуки, да, новые. Вот, они ставятся на зарядку прямо у нас здесь. Да, поэтому... Вот, сейчас я вам маску покажу. Вот, а потом, когда одел, затягиваешь вот эти шпильки. Вот так вверх тянешь, вот, смотрите. А вам не нужно? Нет. Да,